Привет всем! Сегодня хочу предоставить вашему вниманию свою ADC-сумку. Вот такую сумку кожаную фирмы Oz. Ну, что хочу сказать. Ничего особого у меня, конечно, сумки в этой нету. Но вот так вот в этом отделении я ношу ключи. На ключах у меня вот такой вот маленький ножичек. Вот так вот он выглядит. Вот. Покупал давно, фирму уже не помню. Но не помню, честно. Но вот такой вот он ножичек. А вот тут написано. Вот тут написано название фирмы. Вот. И, ну, соответственно, ключи, ключ от почты, ключ от дома. Вот, ключ от машины. И вот такой вот небольшой фонарик. Мегалайт. Где-то там что-то подсветить. Вот. Ну, это ключи. Так. Дальше. Здесь, в этом отделении, у меня лежит мой нож. Вот этот ножичек DPX. Очень долго все это вот так. Тактическая ручка, которую вы уже видели, тейкдаун. То есть в сумке таскать ее еще как-то можно. На кармане, как я уже говорил, не очень. Ну, обычная ручка. Здесь вот такие вот есть деления. Три деления. Сейчас видно, нет. Нет, не видно. Вот такие вот прорезиненные. Вот. Ну, здесь больше ничего. В большом отделении сумки. В большом отделении сумки я ношу блокнотик. Кампус. Вот. Такой вот. Кошелек. Ничего особого. Кошелек кожаный. Тут кредитки. Паспорт. В кошельке имеется вот такой мультитул. И фонарик чуть побольше. Вы увидели тоже в моих обзорах. Ну, в заднем карманчике сумки у меня такой вот замечательный спрей. Называется он Мерфин спрей First Aid. Для первой помощи. То есть, в принципе, этот спрей можно... Можно им дезинфицировать какие-то порезы, раны. Вот, выглядит он вот так. И вот такая вот, марлевая, одноразовая, марлевая такая, 10 на 10, называется Gauss Pad, 5 газа. Ну, кусочек марли такой, стерильный. Так, и небольшая точилочка от Bear Grylls, такая вот алмазная, довольно-таки неплохая точилка. Ну и все, вот такой вот небольшой скромный ADC набор каждый день. Все, всем спасибо за внимание. Все, пока.